Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. Вы видите, что происходит в этом кадре. Объясню. Я никогда, ну, наверное, только раза два в жизни от силы красилась. И я подумала сегодня, почему бы мне не накраситься по мейкап-туториалу. А поможет мне в этом Юля, с которой мы вместе живем. Ну, в смысле, ну, мы вместе... Да. Короче, мы поняли. По какому туториалу мне будешь красить? Я откопала видео Дарьи Каплан с блестками, потому что Дарья очень любит блесточки, всю эту тему. Поэтому Эйфория, решила, привет. Что ей это понравится, и вот мы будем делать макияж. Да, сегодня подопытный кролик я, визажистка. Нет, подожди, можно я предупрежу сразу? Давай. Я ни в коем случае не визажистка, я крашу только себя и повседневно, типа, тушу брови, накрасила и пошла. Давай, погнали, что нужно от меня? У тебя сидеть тихо, ровно, на жопе ровно. Сначала мы... делаем консилер. А сразу говорю, что у меня косметика только для себя, поэтому если по тону не подойдет, ты, может быть, желтее, так и будет. Ага, глаза не закрывай, не закрывай. Слушай, вообще расскажи, скольки лет ты начала краситься? Так, первый курс 15 лет, второй... 17, вот прям 17 лет я прям точно начала краситься. До этого только тушь, и то никто не видел, что на мне тушь, и все таки у тебя такие ресницы длинные свои. Ты такая, да! Да, я так и говорю, я такая, да. Убираем покраснение. У нас какой-нибудь складки. Что мне делать? Будь элджеем просто. Так нормально то, что я тяну? Я просто знаю, что вот когда-то этот... чтобы кожу натянуть, я вот так вот... Ага. А так надо? Ты пока смотришь, расскажу свою любовь к косметике. Я никогда не красилась как таковой. Ну, то есть, меня не тянуло. Вот есть же тот период, когда девочки начинают краситься, да, где-то 5-6 класс. У меня такого не было. У меня были другие интересы. Сейчас, опять же, эйфория, привет. Мне понравились вот эти блесточки, не блесточки. Макияж. Сейчас я наношу тональный крем. Ага. Он универсальный, на самом деле, подходит под любой тон кожи, поэтому я надеюсь, что он тебе желтеть не будет. Тональный увлажняющий. Сейчас у тебя какой-нибудь подписчик там визажист скажет, ты, блин, вообще ничего не умеешь, что ты ее красишь. Слушай, знаешь, а вдруг да? Он так приятно пахнет, да, понюхай? Да, очень вкусно. Освежитель воздуха. Видишь, какие штуки делают? Походу, я что-то шарю. Можешь немножко, вот знаешь, вот так сделать, показать свои веки? Так, дай-ка я посмотрю. Ну, угу. Так, ты пока рассказывай. А, нет, ты уже не рассказываешь. Так, стоит. Что мы делаем за туториал по макияжу? Что? Макияж. Туториалу. Пойдет! Нет, ну мы, во-первых, добавим точно, 100%, это... Ссылки с буквоеда. Габрикушки. И... я бьюти-блогер. У меня уже, я уже расхласталась везде, где только... Я сегодня убиралась. Так, сероватые у тебя брови, значит, мы возьмем... Такая оранжевая! Круто было бы, мне кажется, оранжевый. А, наверное, тут уже до меня это придумали. Если вы хотите посмотреть видео с моими оранжевыми бровями, чтобы у меня были... Давайте, 300 лайков. 300 лайков, да? Ничего личного. И она мне сделает макияж супер какой-нибудь такой термоядерно красивый с оранжевыми бровями. А прикинь, чё... Нет, ты крась, крась. Что вот мне сейчас понравится, скажут, что да, очень круто, да, я пойду в бьюти-блогеры. Мне кажется, ты там будешь такой прям... Number one. Number one, да, я считаю. Гель для бровей, укладка. Я переволновалась, соглашусь. Переборщила, соглашусь. Нет, я переволновалась, не переборщила. Ты такое не говори. Да, мы сейчас это возьмем, растушуем. Мы люди не вот, продукт зря тратить не будем. Легким движением руки ничего не поменялось. Но брови теперь... Обалденные. Да. Ну реально красиво. Потом пойдем за хлеб на перекресток. Я могу сюда посмотреть? Да, конечно. Да, конечно, я посмотрю. Я смею прийти. Не трогай руками. Блин, мне так нравится, я такая красивая, ну я всегда красивая. Вот почему, слушай, объясни мне, пожалуйста, да? Я, как человек, который не красится в принципе, ну, до этого момента, почему многие девушки считают, что вот если они без макияжа, то они, собственно, не красивые? Досно. Потому что сейчас Инстаграм, Ютуб все это навевают вот эту моду. В Инстаграме кто хочет показывать себя вот страшной, честно говоря, прям, грубо говоря, страшной стороны? Типа... Я вот не накрашенная сегодня, я такая, вот у нее синяк, вот здесь вот это, вот тут так еще что-нибудь потекло там, брови не расчесаны вот так вот. Кому это нравится смотреть? Вот я имею в виду вопрос в том, что почему человек без макияжа считает себя некрасивым в принципе. Вот я к этому и вела. А ладно, отвечай. Типа, вот допустим, и они постоянно начинают выкладывать макияжи там, все вот эти фотографии, все накрашенные, красивые. И другие люди это смотрят, видят, типа, вот она такая красивая, она сякая, а я не такой. У меня вот это недостаточно. И Андрей Петров такой, почему? Типа, у меня недостаточно, там, не знаю, яркие брови, недостаточно длинные ресницы, начинают краситься там.
неровный тон. Вот почему у нее ровный тон, а у меня неровный тон. Вот, и люди начинают привыкать к такой внешности, которая вот у них, типа, вот они привыкли, что у них красивый тон лица, красивые брови, все идеально, все скло, есть румяна, хайлайтер. И такие, когда смывают макияж, им это не нравится. Ну, потому что Инстаграм прививает вот эту моду. Неестественность. Но сейчас, нет, вот именно в этом году, чему я очень рада... Чему ты очень рада, расскажи? Все-таки натюрель выходит на первый план. Люди потихоньку отходят от вот этого всего жесткого мейкапа, перфекционизма во всем, и начинают уже более-менее ценить natural beauty. Не шурши! Это лайфхаки, знаете, лайфхаки, да, студентов. Да, если у вас нет нужного оттенка красного, розового или так далее, берете помаду, мазюкаете, и все. Я так и делала. Кстати, когда я училась в колледже, я очень любила красить розовые тени сначала. Но у меня не было денег на розовые тени, поэтому я постоянно брала помаду и мазюкала вот сюда. Потом я заметила, что все начали так делать. Типа, это тренд такой. Это пошел. Тренд. Девочка в тренде, девочка. Может, и до меня был этот тренд, но я его просто не видела. Кто знает. Но мне это не понравилось, и я решила, что я больше так делать не буду. Я начала красить розовые стрелки. И как-то я прихожу в колледж, и какая-то девочка тоже накрасила розовые стрелки. Хотя до меня я вот на 100% уверена, что не было ни у кого розовых стрелок. Меня это так взбесило, я решила, что я не буду больше краситься вообще. Look at me. Девчуля, ты прям вообще. Чё теперь надо? Смотри. Смотрю. Смотри наверх. Алджай. Ага. И при этом язык. А нет, даже не закрывай. Ну ты, короче, нижнее веко подчеркиваешь, да? О-о-о! Слушай, это очень странно, но пока. Ой, прикольно. Может, ты сама накрасишь? Не, я ни разу. Не, вообще нет, ты чего? Блин, ну вот Даша, ну не дергайся, ну блин. Они так должны быть слипшиеся? Да. Это эффект такой от ресниц. От туши. Но все время клеит блесточки. Давай пробный. Давай. Просто я не знаю, может клей нужен будет для этого. Давай я попробую. Переходим на тяжелую артиллерию. Да, давай ты. Ну клеем. Держи. Клей для ресниц, ничего страшного с него не будет. Ты знаешь, где он? Я не знаю даже, как он выглядит. О, о, так? Very beautiful. Very beautiful. Yeah. Стало нормально? Ага, стало нормально. То, значит, клей не нужен? Да не, нормально, сейчас так вот сделаем, нормально. Так, еще одно теперь в уголок глаза. Ща, я знаю, я профессионал. О, о, о. Ну, блин, да. Блин, вообще. А выглядит круто, мне очень нравится. Помочусь от боли со своей любовью фотографии в айфоне. О, так хорошо прилепило, прям видишь? Мне светится. Потому что куда еще блистательнее, чем я. Помаду будем есть? Ну, мне кажется, это лишнее. Это, уже... Нет, это на следующий макияж. Как бы не все сразу, не все карты на стол. Подожди, подожди, подожди. Ладно, еще. Все-таки мы чем-нибудь достаем с помадой. Мы сделаем увлажнение. Просто легкий бриз. Легкий бриз, давай. Слушай, а они чувствуют на какими-то пластами? Ну, ты так сделала. А, как меня учила мама? Все, теперь фотографии. Мой легкий вечерний макияжик закончен. Как вам, в принципе, пишите в комментариях, как вам Юля в качестве визажистки моей сегодняшней. Как я вам в таком макияже? По идее, должна была быть по туториалу, в итоге все пошло не по туториалу. На этом видео наше сегодняшнее заканчивается. Спасибо, что вы посмотрели. Поэтому, как вам, в принципе, такой формат видео? Помните, да? Про вторую часть, если что, мы ее обязательно снимем. Определенное количество лайков наберем, и вот вам вторая часть. А меня по-прежнему зовут Дарья. И это Юля. До новых встреч! Но я помахаю.